Продолжамс. Ой, извините. Продолжамс. Так. Так, места у меня совсем нету, да? Я его полностью занял. Ну ладно, пойдемте тогда. Сдадим, так сказать, все. Опять здесь, и он здесь, и топчется, и топчется, и топчется. Уйди ты отсюда, мудака, кусок, блин, а. Сколько можно здесь топтаться, ядрить твой в корень. Не ори, достал. А, черт, я же не здесь оставил. Че, все? Бросили. Дайте пузико почешу. Что-то не нравится? Скотина. Забагованная моделька, конечно. Да уйди ты оттуда, блин! Да что ж ты будешь делать? А ты можешь свалить от меня или нет? Кретина, кусок, а? Главное, бесишь, и прибить ты этого козла. И, смотрите, и в текстурку, и в текстурку. Угу. Кусалка еще не выросла, чтобы мы его топотушку прогрызть. Зря, что ли, его усилял. О, надоел. Уважаемые господа разработчики, вы меня не услышите. Вдруг моя мысль через космос до вас таки долетит. Не надо создавать существ, которых нельзя убить, пожалуйста. Ну или хотя бы делайте их менее приставучими. Ну это же кошмар какой-то, блин. Все, лютый трындец. Ну просто гоняет эта фигня вокруг тебя и портит тебя настроение. Портит и портит, и портит, и портит, и портит, блин. Безостановочно. Так, что у нас по ресурсам? Серебро, да? Раз, два, три. Вот опять. Да ну куда ты тащишь? Да блин, ну пусти ты, чертов инвентарь! Ты твою в корень! Куда ты тащишь цикл? Ну он теперь сюда приплыл. Да зашибись просто, блин. Он теперь тут будет крутиться вокруг циклопа. Я специально, главное, от него уплыл. Он там, значит, это потупил немножко. Типа, а куда он делся? Теперь он здесь будет тусоваться. Пипец. Да, господа разработчики, тут, конечно, вы просто вау. И все. Теперь будет здесь толкаться. Идиота кусок, блин, а. Все, нашел игрушку. Потратить, что ли, время? Так, что у нас по добыче? Давайте прикинем. Значит, серебро, в принципе, полный ящик. Золото. Половина ящика. Знаете что, я когда буду выбираться отсюда, да, я доберу, скорее всего. Угу. Кубов, в принципе, тоже нормально. Да, я, наверное, доберу остатки. Там где-нибудь по дороге. Ну, то есть мы все равно будем выплывать с той стороны. Так что, как бы, хрен-то с ним. Будем выплывать по тому маршруту, то есть мимо всех этих золотых запасов. Мы их достанем. Эй, ты чё? Так, кстати, а вот интересно, сколько... Ой, надоело. А куда энергия-то делась? Подожди, так мало восстановился за все это время? Да ладно. Пиявку вроде нет. И все, он опять затолкал циклопа, блин. Кусок надоедливого говна. Ну по-другому не назовешь. Он хотя бы от базы отошел.
Что, опять же, я говорю, непонятно, он со мной гоняется или, или за циклопом, блин, что ж, к чему как-то больше эту дрянь влечет тупорылу. Так, все в порядке, да. Я чисто так уж проверил. Знаешь, чувак, вот не очень я хотел этот челлендж выполнять, но теперь я понимаю, что хочу его выполнить. Я его выполню, дрить твой в корень. Я тебя, зараза, прибью. Так, добываем. Раз. Два, три, как говорится. Так, я думаю, сделаем следующий вариант. Я сейчас пешочком прогуляюсь, потому что действительно так проще будет. Сейчас мне уже бурить ничего не надо. То есть я говорю, золото я добуду на обратном пути. А потом надо будет вообще посмотреть, что там не хватает, и по дороге, соответственно, пособирать это все. Там никель, литий, вот это все. Надо посмотреть, поискать, это не проблема, сами видели. Вот. И, соответственно, потому что, скорее всего, мне все это понадобится. Те же слитки у меня есть, так что проблем, например, с созданием этой платформы вообще не будет. У меня сейчас задача такая. Я сейчас буду собирать эти штуки, коровьи эти хрени с кислотой. А с чего же это делается, эти ракеты? Одна... А, магнетит, да. То есть нужно будет... Так, здрасте. Краткость, блин, сестра таланта. Нет, стоп. Вот так и вот так. Если что, убираем на кнопку Е, английскую Е, русская У. То есть возвращаем на, ну, соответственно, убираем то, что нужно, а это убрать просто. Так, кнопка Е. То есть, как бы проблема в том, что титан-то, ладно, хрен с ним, вот магнетит — это такая немножко проблемная штука. Я как-то не помню, чтобы я находил большие, как-то вот где-то, чтобы было много магнетита. В чем дело? Опять же, я немножко не в курсе, получится ли убить вообще эту драконью мерзопакость. Черт его знает. Да ладно, ты еще не закончил. Ну хорош, блин. Я думал, сейчас вернусь. Возьму еще три. Ну дай. Ну, спасибо. Здравствуй, здравствуй. Циклоп мордастый. Тикс. И... ну ты чё? То есть, если я сейчас туда-сюда, туда-сюда, то я набуду, добуду 12 единиц, 12 кубов. Ну это вообще замечательно. Угу. За горой. Я в следующую. Просто вот вопрос, чем ракеты, я говорю, с магнетитом. Блин, магнетит. Ну, то есть я его найду где-нибудь в больших количествах, тогда, конечно, да, почему бы и нет. Как вот сейчас золото с серебром и там с тем же никелем давно. Хоть, простите, жопой жуй. Но в том-то и дело, что вот магнетит я хоть убей не могу вспомнить, чтобы где-то я его вообще в таких количествах обнаружил. Свинец, да. Магнетит не помню. Стоп, а мне же гриб не нужен. Блин, гриб-то я брал. Тьфу ты, ядрить твою в кое. Гриб у меня есть. Гриб у меня есть. Гриб, папа. Пьет. Тогда сейчас мы... Уйди от меня, страшный электрический бяк. Ну ладно, постоим, подождем, что, когда появится, уж как-то зарядился на 12 этих кубиков.
Так что так и будем на 12 кубиков. Есть. Блин, соседи все что-то там буеет как-то. Что-то шумят. Вот смотрите, вот так вот, серьезно, да, если рассмотреть, вот действительно еще две дополнительные, как сказать, установочки, да, для краба. Именно как вот одна ракетная установка, допустим, да, дополнительно. И вторая. То есть, даже не так. Допустим, вот это вот трос, его как руку. Бурильная установка может быть сверху, ракетная установка сверху, а здесь именно управляемая рука. И был вообще замечательно. Что бурильная установка, что там? Как раз как бы он подошел, укрепился и сверху начал бурить. Реально четыре руки, все вопросы решили. И вот если так подумать, действительно краб четырех руки. А самый оптимальный вариант — это именно какая-то гибридная установка. То есть в итоге мотылек с этими, с крабьями, так сказать, прибамбасами. Достал. Он реально за мной, он тупо за мной гоняется. Где я, там и он, блин, он все, он вот тут, вот здесь все, вот здесь ты, вот тут я. Вот я буду плавать здесь и плавать. Не доедать. И хрен ты со мной называется, что сделаешь. Так. Ну чё? Ну, кстати, интересно, да, что анимация, она все как бы вот, ну она... То есть... Видите, глаза не закрывает. То есть анимация, она как бы продолжается, продолжает быть именно такой, как обозвать, полуактивный, что ли. Тюш. Не шуми. Так, нам нужен этот, который тот. Спасибо. Нам нужен куст. Куст. Нет, не ты. И не ты. А вот ты нам нужен. Хотя я вот не помню. Блин, по-моему, у меня этот венец все-таки дома уже растет. Или я вот эти пас... Ну, вот эти я точно сажал. По-моему, опять же. Хрен его знает. Так. Ну все, морской император. Хотя что все? Еще увидимся, наверное. Морская императрица. Капец, вот так если подумать, да, то есть сколько лет она ждала. То есть эти бараны сначала, значит, учудили что-то тут с инфекцией. Непонятно чего. Вообще, я, честно говоря, не особо разбирался в сюжете. Уже, честно, и то, что читал, уже забыл, честно говоря, поэтому не могу вам так сказать, типа, что вот они там заразили, не они. То есть сначала, значит, устроили черт знает что. Устроили эту всю вирусную хрень. Потом в итоге благополучно все то ли перемерли, то ли еще что-то. В итоге заперли животное ни за что, ни про что в этой клетке. А буквально, если подумать, это клетушка. Ну, ей тут тесно. Ай, ты чё? Не надо. Ладно. Заперли в этой клетушке, блин. Называется вообще зашибись. Класс, ребят. Шикарно придумали. Просто супер. Конечно, с одной стороны, отгрохать такой комплекс, ну да, не спорю, это круто, но с другой стороны, а ничего, что этот комплекс, мягко говоря, не соответствует, так сказать, потребностям. Животинки-то. Мелковато стоило для такой лошадки. Ё-моё. Ну чё, последние кубики. В следующий раз сюда, если и пойду, то уже вольным путем. Ну нет, не пойду. Чё уж там. Отлично. И угадайте, кто нас встречает, наш добрый друг, который, ну, все, вот он там, он у циклопа, это циклоп, понимаете, он должен быть там. В других местах карта не прогружается, ему плыть некуда, тварь ты дикая. Почему ж тебя прибить-то нельзя, скотина ты такая? Щелки-палки, как же ты бесишь. Сволота, мать твою. Ну затолкал циклоп, просто все, я говорю, никак успокоиться не может. Да
Да уйди до циклопа, мутила, блин, а. Так, давайте смотреть. Батарейка у нас все лежит. Так. Раз, два, три, четыре. И в запчастях лежит. Ага. Вот это. Все. Это специально, чтобы высадить. Все, поплыли отсюда. Я устал от этого придурка, блин. Ну, то есть, нет, мы еще вернемся. А, подожди, как? Тьфу ты, второй-то заход, я же не вытаскивал эти штуки. Кубики, точно. Ишь, думаю, как так, вроде все по плану прошло, а в итоге 6 штучек. Как-то то. Отлично. Так, ну что, давайте валим отсюда. Действительно. То есть мы сюда еще вернемся? Да ладно, чуть не выросло, что ли? Одну птичечку. Так, ну что у нас по электроэнергии? Плохо. Все, чувак, иди в жопу. Может, ты, не знаю, плавать, чё, нырять, сделать, что хочешь. Надоел, достал, придурок. Иди в жопу. Катись отсюда. Заколебал просто-напросто. Так, ну все, да, мы отсюда уходим. Уплываем. Скажи. 24%. Ну, в принципе, сейчас к дереву поднимемся, там... Сука. Неудобно. Вот этот радар, он так справа расположен, что крайне действительно неудобное расположение. Да чтоб тебя. Ты смотри, за мной и чешет, и чешет. Отстань ты уже. Все, я уплыл. Уймись, придурок, блин. Все, тусуйся там. Я тебе базу оставил, можешь ее разворошить, к чертовой матери. Да, этот дебил реально не успокаивается. Он так за мной прет. Создателям этого монстра гигантский респект. Такого идиота еще поискать надо. Нет, приятель, все, гуляй. Ушел я из зоны доступа. Твоего доступа. Прощай. Мы с тобой еще увидимся. Не волнуйся, родной. Мы еще с тобой увидимся. Сейчас я торпедами только запасусь. С огромным удовольствием расскажу тебе все, что я про тебя думаю. Всплываем. Я говорю, загнято в полами. Ну почему этот мудак здесь, блин, а? Вот хочется задать простой вопрос. Создатели, ну нет. Я, главное, от одного ушел. Тут этот тут же на выходе крутится, блин. Че, типа, выздоровели, что ли? Так. Чинить надо, че. Да пипец, вот ты смотри, просто прям вниз полез на скорости. Быстрее, блин. Где? Алло. У меня ж корабль покоцанный. Какого дьявола? Я же видел. А, вот оно. Вот оно. Так, портал 3 к морской императрице. Вон там слева, по-моему, отметка. Хрен поймешь сейчас. Ай, черт, блин. Коцнулся немножко. Сейчас надо всплыть.
Тут хрен сориентируешься. Я уже и не помню, честно говоря, когда тут где-то наша база. Вот это что ли? Да, а, все, сообразил. Вот я думаю, эту станцию сканирования, может, перетащить ее. Блин, неохота возиться сейчас. Ее по-хорошему, знаете, куда надо было девать? Вот туда куда-то наверх поставить. Там как раз вот эти вот вулканы. И как раз было бы удобно. Теперь я туда ее перегнал. Во-первых, она бы стояла на самом верху. Сканировала все. Блин. Сейчас я хочу кое-что глянуть. Двигатель выключен. Сейчас пешочком поплаваем. Хотя тут тоже мудак крутится. На всякий случай сохраним, все тучи сожрут сейчас. Так, мне вот что интересно, а где эти? Слышь, луч, какого дьявола? Минуточку, вот один. Ой, дебилушка. Короче, давайте перетащим эту базу. Реально, я не хочу здесь оставлять. Потому что издевка какая-то, блин. Забираем это все отсюда. Ну, просто реально рядом с этими идиотами, блин. Хотя, ну, он там будет, скорее всего, крутиться. Они так за мной будут ползать по всей этой локации, блин. Магнетит. Свинец, по-моему. Да. Это, к сожалению, свинец. Докатились, да? Свинец, к сожалению. А, люк. Так, место. Место нема. Так, база. Блин, так как я ее буду переставлять. Хотя, ладно, давайте раскидаем сейчас. Потом сейчас я ее быстренько переставлю, это не проблема. Раскидаю по отсекам. Сейчас просто куда-то это все сваливать, искать место, блин. Ну нафиг. Так, золото и 2 лития. Золото. 2 лития, образец пластинчатого коралла. Фонарик на место. Коралл. Так, да, не забываем, что надо будет еще золото где-то надобить немножко. Где там? Поблизости. Кстати, а вот оно. О, отлично. А давайте прямо сейчас ковырнем тогда, пока я тут. Эти уже сволочи облепили со всех сторон. Сейчас надо тогда. Понятно, сейчас опустимся. Так, давайте, значит. Да, без автолечилки, конечно, в этом, в циклопе немножко так это напряжнее. Вроде мелочь, да? Но все равно напряжно, я хочу сказать. Все-таки... Привык уже, что ставишь его туда, он там автоматически лечится. А тут, соответственно, надо каждый раз инструменты менять. Ну, это опять же к вопросу об апгрейдах, которые, об эвгрейдах.
которые по какой-то вообще необъяснимой причине, вот ты можешь поставить только 6 штук. С какого, простите, перепуга, блин, вам любой тюнингер, не знаю, как правильно. Короче говоря, специалист по тюнингу скажет, что при желании... Не, ну понятно, что там тоже есть свои ограничения, но вот в плане, так сказать, улучшения именно непосредственно возможностей вот такой машины, такого судна, тут, знаете, предусмотреть можно абсолютно любые улучшения, апгрейды, улучшения серии. Оно может только вот это, вот это и вот это спрашивается. Да это ж, блин, база, ё-моё, передвижная. Какого дьявола? У меня вообще ограничений быть не должно. Так, золото до хрена. Так, я где-то еще тут видел этот. Да, вот давайте титан еще цапнем. Что-то. Магнетит нужен, да, я помню. Чувствую присутствие за спиной гадости. Не хочу даже смотреть. Один хрен он меня не прокусит. Не понял. А почему камеры отсвечиваются? Я вижу справа две камеры. Под этим. Под энергопередатчиком. Ну, это долго еще? Камера 700 метров. А, ну это, видимо... Ну ладно, это, видимо, те камеры. Так, кианит нам... Кианит нам сейчас не нужен. Кианит нам не нужен. Welcome aboard. Welcome aboard, Captain. Так, золото. Так, вот золото. Бум-б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 ум. Одно даже лишнее. Два свинца. Так. Я говорю, свинца хоть попожуй. Два титана. Одно золото лишнее. Представьте себе. Я говорю, с золотом странная ситуация. Его то, простите, до хрена, то ни хрена. Если у него два... Стоп, куда это я? Нет туда. Так. Так. Титанушка. Титан сюда. Титана много не бывает и лишним не окажется. Ну, это мы разбираем, естественно. А главное, что меня удивило, откровенно удивило, что нельзя чинить циклоп, когда он в этом, в ангаре. Вы видели, да, я не мог на нее навестись. Вот это, честно говоря, очень сильно обалдел от такого. Потому что это реально как-то странно. Почему? То есть нельзя чинить циклоп, когда он в ангаре. Что за бредятина? О, страж, давай ты, защищай меня от агрессивной мерзопакости. Он меня бьет. Серебро. Нет, спасибо. Отлично. All right. Так, все. Все добыли, все достали, но Стуран нам так в итоге не пригодился. Хоть я так... Столько каких-то мыслей у меня было по поводу именно, так сказать, по поводу именно ядерных реакторов, но в итоге 29 немножко поднакопил энергии. Так, так как эта хрень крутится здесь, я предлагаю уходить вот сюда. Пошел вон. Стражи, фас. Стражи, фас его. Бобик, куси. Не знаю, что еще сказать. Ешьте ту заразу, он меня достал. Вот, вот это место мне приглянулось. Ну, либо здесь, либо на самой поверхности. Так. Вроде не преследует. Ладно, местный хотя бы не такой отмороженный.
Вот это место мне приглянулось. Именно в плане того, что, видите, вот тут два вулкана рядышком. Какая-то такая платформа, и вроде здесь он уже не плавает. Да, блин, что ж я опять... Да, вот так. Пока энергия накопится, так, давайте еще перехаваем. В смысле, инвентарь фул. А, блин. Ну ок, ладно. Не дали покушать. Здесь его вроде бы нет. Лети, малыш. Вот. То есть вот ставим наши зарядники вот сюда. Ну-ка сейчас. Ага, а это не вулканы. А как так? Эй, минутку. Блин. Так это не вулканы. Ёшкин кот. А как так-то? Блин, а я-то думал, это вулканы действующие. Ну, типа, как вот в этом... Около дерева там. Я, помните, на вулканах ставил. Я вот из-за чего сюда-то хотел. А это просто какие-то дымящиеся скалы. Ахем. Прикольно. Обманули дурака.